Все. Два. Итак, что мы нашли? Вот такую картинку мальчик в телевизоре. Ну, значит, что? Куда идем а искать? Тут единичка. Это может какая-то программа. Ну, это программа на телевизоре. То есть, куда надо искать? Где надо искать? Это новости. Телевизор. Телевизор. Пошли искать телевизор. Ну, так вот, первый телевизор. Но на нем ничего нет. Значит, идем к другому. Куда хочу? Ну, так пошли. Да. Иди. Не побейтесь. Вы, я вообще-то здесь сидела. Какие-то уши. И так. Это такой ребус, похоже. Ребус, ну да. Ой, тут шляпка. Угу, красивый. Ну, давай догадаемся, что у нас на этой картинке. Что это такое? Ну, ты говоришь, что это уши, да? Ну. Ну, а кто знает, как ребусы разгадывать? Ну, в начале буква вот D здесь написано. Значит, там идет души, души. Ну и потом запятая сзади. Значит, означает, что букву надо убрать последнюю. Да. А душ, что? Душ. Ульяна, душ. Душ? Я да. Душ. Мы так, смотрим, смотрим, смотрим за Ульяной. Вау. Ух ты, опять там опять что-то шляпка. Есть. Опять шляпка. Пошлите. Опять шляпка. Ты нужно? Подойди. Итак, что там у нас? Смотрите. Вот так можно. Полюбуйся, посмотри. Полюс северный внутри. Ну там сверху. Подожди. Там сверху снег и лед. Мы не так. Да не, помогай, пускай не помогай. Там сверху снег и лед. Там сама зима живет. Угу. Холодильник, холодильник. Даже Полина догадалась. Вот. Что там у нас? О, что-то есть. Сапог. Смотрите. Сапог. Сапог. Ай, холодный. Замерз холодный конвертик. Монетка. И там монетка. Стоп, Ульяна, а в этом ты взяла? Слепоикон положили еще и монетку. Тут нет монет. Ну, наверное, не в каждую ложат. А как? Это было. Давайте еще. Что ты ищешь? А вот. Стоп, а может в душе еще? Нет. Стой, дайте проверить. Нет. Почему? Ну в конверте, если не было, значит не было. Давай загадка, что там у нас. Так... Ух ты! Ой. Смотрите, что это такое? Опять ребус. И... Это крот. Ну, смотрите, крот. Крот! Рот. Ну, а место, место, смотри, вот это, что написано ниже? Кбот. Если, если R равно B, значит КБ. Нет, ой. К зачеркнуто. А. Рот. Ну, вы же сказали рот. Да. А вместо R, B получится? Бот. 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 И ботинок. Ты догадалась? Да. Хорошо, ботинок. Пошли искать какой ботинок. Какой именно ботинок? Не знаю, там ботинок. Наверное, самый большой будет. О, где самый большой ботинок обычно? Ульянин. Почему Ульянин? Ну а что? Она большая. Видно же. А какой ботинок обычно больше всех? Папин. Наверное, ж папин, да? Нет? Ну, папин должен быть. Ульяна, стой! Где справа, ботинки, которые папа носит? Справа, вот, Ульяна. Ну, вот, вот. Вот, видишь? Попробуй посмотреть. Нашла. Ух ты, нашла. Опять этот кувит. Это лепрекон. Хорошо. Как нехорошо, что он кувит. А день Святого Патрика 17 марта. Вау! Так что это недалеко. Ну, там нарисован шкаф, а сверху что? Запятая, это значит убираем F, шка, ушка. Шка. А сверху что? Шкау, ушка, ушка, ушка. Ну,
и видите знак деления. То есть как будто бы у. Либо над, либо под. Либо над шка у, либо у под шка. Ушка. Или под у. Подушка. Подушка. Молодцы. Попка. Идем искать подушку. Здесь? Ну, здесь, наверное, будет уже чья подушка. О. Если именинница у нас Ульяна, то, скорее всего, что... Гуся, отходи. Наверное, можно догадаться, что это Ульянина подушка. Гуся, будет, да? Отходи. Хотя мы не знаем точно, но сейчас увидим. Она охраняет это. Подушка нашлась. А под подушкой... Ух ты! Опять эта шляпа. Опять конверт со шляпой. Монета, я уже щупаю. Там еще и монетка. Так, ух ты. Вот это уже интересней. Вау, монетка. Монетка. И что нас здесь увидишь? Здесь надо раскрашивать. Почитай задание. Рисунок здесь увидишь ты, едва пока... Не разкрасишь клетки с цифрой 2. Вот смотри, ручка есть. Карандаш. Есть ручка, или можно карандашик взять, да, вот мама дала карандаш. А может лучше карандашком быть, красивее. Вот, видишь? Двойки. Попробуй карандашком, может лучше быть. Двойки раскрашивать? Ну да, где наши двойки? Вот двойка. Ляна, не получай только оценки двойки в школе. То есть все квадратики с двоечкой закрашиваешь, да? Да. Так, у нас уже получаются почти все цифры. Папа, можно твою модель большую? Можно. Итак, вроде да. Много. Что это получилось? На что это похоже? Утюг! Ух ты, это утюг! Представляете? Так, Ульяна в первое, Даник. А мандаринка? Мандаринка. Ну, где наш утюг обычно бывает? Ну, по-моему, да. Давай посмотрим, может быть, где-то он стоит. Вот, смотри, утюг. А вот, смотри, утюг. А под утюгом? Конверт. Ничего себе. Конвертика. Угу. Леприконцы подготовились, конвертики оставили. Ух ты, загадка, наверное. Где искать другой секрет? Другой секрет. В этих строчках есть ответ. Я себя одежду сняв, положу ее в шкаф. Давай, Ульяне, догадывайся. Ну что, какой у нас шкаф? Где? Вот мой шкаф. Вот твой шкаф. А где еще твой шкаф? Тут нету, здесь нету. А может быть еще где-то есть шкаф? Вот здесь. Тут тоже нету? Угу. А еще где шкаф есть? А на самом верху вот там. Нет, не тут. Тут, почему не тут? Пускай посмотрит. Тут или не тут? Ух ты, а что это? Ух ты! Папа, там еще что-то. Нет, там, по-моему, ничего нет, это просто... Там еще коробочка какая-то. Пошли. Посмотрите, что это мы нашли. Вау! Какая-то коробочка. Смотрите, коробочка. Конверт. А тут еще и цепочка. Еще а это что? Замочек? Смотри, замочек на ней. То есть мы ее не открываем. Стой! А что у нас в конверте нашлось? Картинка! Какая-то картинка. Мастер. Так, а на второй что? О! Что это? Тут какой-то Карлсон. Карлсон. Какой Карлсон? Вот это Карлсон. Почитай, что написано.
вспомни персонажей мультфильмов и запиши их имена кроссвордью. Ну вот, наш кроссворд, вот скорее всего. А где надо их записывать? А, вот. Вон там, да, такой вот цвет. И тот, который словно получится, такой надо и разгадать. Ну так вот, попробуем давай. Ой. Я возьму нашу ручку, девочку. Вот она. Матроскин первый. Вот. Коробочку ж мы не откроем так просто, да? Да, надо записать. Ничего. Матроскин первый. Матроскин пишем. Там, где по клеточкам, да, напишешь? И в нем девочка. Здесь будет С. А, здесь плоховато видно, да? Здесь будет С. Более яркое что-нибудь. Там оранжевый. Здесь будет С. Оранжевый может быть. А фломастером? Давай попробуем фломастером. О, маркер. Да, и маркер. Все заново. О, это хорошо видно. Мат. У тебя там размыто что-то. Ну да, у меня так записывается. У меня тоже. Надо очень много света. Матроскин. С? Угу. Так, кто нам дальше? Скин. Кто под номером 2 знаешь? Как зовут? Вот. Фунтик. Фунтик, молодец. Поросенок Фунтик. Фунтик. Батускин Дунтик. Фунтик, Фунтик, Тимунтик. Третий кто? Шарлота. Шарлота? Давай посмотрим. Влазит Шарлота? Шарлота. Нет. А как Шарлотта пишется? Я придумал. Я знаю. Двумя Ш? Нет. По-моему, да. Нет, или с двумя... Буквами Т. Шарлотта. Да. Значит, пишем. А, я думал Шарлотка. Шар... Фу, матом воняет. Да, маркер пахнет. А телефона нет. ТТ. Да. Да. Сто. Ну и последнее, что там у нас осталось? Карлсон. Давай пишем, посмотрим, что получилось. Карлсон. Карл. Да. Как? Он. Сон. Карлсон. Ну вот. Мы отгадали, сказал. Получился стол. Какой стол? Вот этот. Вот этот? По давай столу. Искать. Вот там. А где у нас по столу? Там вот. Что-то есть? Да, наклеено. Ух ты, приклеено, ничего себе. Вот эти лепреконсы хитрые. Да, они все хитрые. Ой. Надо было вот так поделать. Так, а мы... не отрывай. Давай попробуем открыть так просто. Может быть, он откроется? Да. Так, что у нас тут такое? Ой, надо соединить. Почитай задание. Соедини все точки по порядку, увидишь скрытую отгадку. Давай соединять. Отгадку. Я говорю вам. Так. Чатку. 6, 7, 8. Подбом у меня был такой. Видишь? Придумаем. Завтра 23 февраля, там небольшое тоже есть задание для тебя. Какой-то динозавр получается или черепаха. Черепаха? Ну, похоже на черепаху какую-то. А, у нас что, черепаха есть? Нет. Значит, наверное, не черепаха, если нет у нас такого. Как 24 и 25. Где 25? Вот, ну, соединяй. Тяни прямо, не бойся. Вот. Ну, еще. Ну, и на что похоже? Я шумлю. Кровать с подушкой. Да, кровать, представляете. А это оставляем? Ну, конечно. Пускай лежит, никто ж не заберет. Ну, чтобы открыть, надо, наверное, ключик, замочку найти. А, сейчас. Мы ищем дальше подсказки.
Я там, похоже, что-то Ну что, видел. если у нас кровать, то где это может быть? Здесь. На кровати, а может быть еще где-то? Возле кровати или под кроватью, или где еще может быть? Давай под кроватью. Нашла! Что, где-то есть? Да. И где там? Ага, вон там что-то виднеется. Что там мы нашли? Отлично. И там монетку я вижу. Чувствуешь монетку там? Что здесь у нас такое? Загадка, наверное? Да, какая-то загадка. Или ребус. Даник, помогай. Ты помогай. Я же мамина. Я чистюля, не грязнуля. Суп и бор. И борщ. Вам не варить. Воду, овощи, бери. Ну и что это такое? Кастрюля. О, Полинка догадалась. Кастрюля. Представляете, кастрюля? Нет, Полина не отгадала. В чем мы варим я овощи? Я просто шепотом сказала. Ну, может, и Полина догадалась, я ж не знаю. Где кастрюли у нас обычно? Я не слышала. Где у нас обычно вот кастрюли? Вот где его шепот. Вау. Ух ты, шляпка. Опять шляпка. А почему именно не в кастрюле? Ну, видимо, кастрюля это место, где находится. Так. О, опять загадка? А буква L как будто. Да, вот оно. Одной ручкой. Одной ручкой всех. Встречает, другой ручкой всех провожает. Кто что такое или что это такое? Циркуль? Загадка. Где это мы такое берем одной ручкой, циркуль. А Кайдуя. Потом другой ручкой закрываем? Дверь. Молодец. По-моему, правильно, да? Что мы открываем обычно? Да. Одной ручкой, а потом другой закрываем. Полина сегодня больше отгадывает. Полина даже догадалась, ничего себе. Какие у нас здесь двери есть? Детка. Нашла. За дверью. Вот леприконсы хитрые, спрятали за дверью конверт. Так, Полина, вообще-то, да, держишь этот ключик, интересно. О, монетка. Опять монетка, и там ключика нету, да? Я отгадала монетку. Зато есть что, опять задание какое-то есть. Это и рак какое или там краб? Задание? Рак или краб? Вот так или вот так. Наверное, это рак. Это краб или рак? А, ну, рак. Краб не так выглядит. Вообще скорпион. Нет, скорпион не так скорпион выглядит. Скорпион еще плюс с этим. С хвостом хвост такими деликами. И лицо с бровями большими. Брови и обвижены. И две запяты. Ну, брови обвижены. Ну, если значит, почитаем, именно то о бровях. Да, скорее всего, это брови. Да, потому что обведены ну, больше. Как Наста. Думаешь? Рак брови. Ну, видишь, две запятые впереди. Перед бровями. Значит... Бров. Значит... В слове краб убираем нет, это рак вообще-то. А, рак. А запятые для бровей. Ра. Запятые над бровями написаны. Брови ра. Да, нет. Ра-брови. Запятые над бровями. А, ну значит брови. Бро. Перед бровями, значит первая буква убирается. Сибла. Брови. Первый... Ови. Ови. А сначала что идет? Овищ. Первое что идет? Ракови. Ракови и потом что? Раковина. 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 Какая у нас раковина бывает? Ванной. Ванной? Еще на кухне. На кухне еще бывает. Туда на что? Кухне посылки. Наверное, ванной не было, да? Ванной умывальник. Раковина. Там обычно умывальник. Раковина. Это у нас кухонная раковина обычно. Вот он, я вижу. Где? Тут было... Ничего себе, в раковине прям было? Да! Ничего себе. Там же мокро.
Ну вот, почему-то же не спрятали в раковину даже. Что же у нас там получилось? Ух ты! Опять обводить. Как здесь надо обводить. Соединить, подскажите алфавит. Скажет алфавит. Подскажет. Подскажет. Ну, где наша ручка? Значит, надо по алфавиту. Ну, скорее всего, да. А где ручка наша? Так. Кто куда ручку положил? Опа. Давайте лучше ножи свои. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. А потом картинка. Кто-то же ее завалил картинками. Ага. Ну, давайте писать. Так, ну пока. Секундочку. Да, это. Так, что получается? Чайник. Ага. Чайник. А ну, дорисую, может быть и чайник. Ну, если понятно, давай тогда смотреть, как хочешь. Хочешь, дорисуй. Так, Даник. Разгадывает Ульяна. Нет. Ну да, чайник. Ну, моя цифра. Все. Чайник. Только молодец. У него почему-то очень странная ручка. Ну, нормальная. Ну и такие тоже бывают, наверное. Да, бывают. Вот наш чайник. Чайник там? Да, здесь. Там что-то есть? Ничего себе, под чайником спрятали. А если бы под этим чайником был огонь? Да, наверное, конверт бы сгорел, и мы бы дальше ничего не узнали. Угу. А тут у нас что? Пришлось. Какая-то опять загадка, да? Похоже на М. Попало наше тесто в горячее место. Попало, не пропало. Что я не говорю? Румяной булкой стал. Я папа съест булку. Булка? Вот это? Ну, попало наше тесто, да? Куда тесто у нас попадает, и потом из него булка получается. Ну, бывает не только булка. Ну, в миску. Что, и в миске булка прямо? В духовку. Вот, правильно. Духовка. Осторожно, Полина. Ух ты, и там что-то есть. Горячее, что ли? Нет. И монетка заодно. Угу, там еще и монетка. Микрофон какой-то. Пуговица. Микрофон. Тут что-то сложное. Микрофон. Вместо видишь, F-V. Вместо F, В, еще и запятая. Микровон. Микрово? Микроволновка. Микроволновка. О, представляешь. И так догадалась. Молодец. Вот. А там что у нас? Опять конверт? Да. Ух ты, Полина, осторожно. Кто-то для приконы много конвертов у нас положили. Именно на кухне. Ну, на кухне, да, очень много. Вау, это ручеёк. Ручеёк. О. А какое там задание? Это пройди к троллю по лабиринту и собери буквы по дороге. Собранное слово и будет подсказкой. Угу. Собранное слово будет подсказкой. Поехали. А, Б. Почему А, Б? Ты смотри, где подход к ручейку есть. К ручейку? Ну, конечно. Тебе же надо пройти к ручейку. Так. То есть надо собрать только правильные буквы. О, нашла. Ну вот, и какие буквы там у нас? Да, это не мешает. Все. Ну, какие буквы? А. А почему А? По А это не шла. Окна. Окно. Одно окно. На детской. Детской? Пошли искать детской. Вот, вижу пакетик.
Ух ты, пакетик. Что ж там за пакетик такой? Какой-то пакетик. Ну, давайте смотреть, что там в пакетике у нас. Ого. Прилипло, что ли? Это что, тесто? Ого, сколько много теста. Похоже на тесто. Твердое, тем более. Наверное, в духовке или в микроволновке. Это пчелка. И что же с ним делать теперь? Эти сканлеты. Наверное, надо отгадывать, где бусинка. Не знаю. Вот это бусинка. Почему именно бусинка? Может, надо догадаться следующую подсказку, где найти. Или ключ, или подсказку. Ну и что будем делать? Наверное, надо ключик поскать. Ну, давай аккуратненько попробуем поломать. Поломается вообще, ну или нет? Поломается. Вижу. Тихо, аккуратненько, только аккуратненько. За что ты делала? Что ты нашла? Буква К. Букву К нашла. Ой, это как на холодильнике. Одевается там она? Так, просто положи ее пока. Ну, давай смотреть, что, где, может быть, еще что-то есть где-то. Ой, еще ну, ты еще букву нашла? Нет, холодильник. Оторвалась? А, ну. Так я думал, что она разломается. Добрый, Лена. Так, что это за буква? Я на сюда ломай. Это что, это выбросишь? Как бы, может, удается или... Надо было тоже замотать или замок ли... Нету, да? О, есть! Аккуратно только, старайся не ломать сильно. То мы не знаем, что там эти леприконсы спрятали такое. Само разваливается, да? Ясно, значит, бумажка прилипает. Буква И. Потом вот это вот. Так, дальше что? Кино. Вот, все, что от Ии осталось. Значит, немножко буквы не выдерживают тесто. Угу. Или приколы засунули тесто и... Есть вообще-то. Или это буква И? Да, буква И осталась. Что-то ну, давай дальше смотрите. Были и так без нет. А. А теперь еще плюс Б. Что-то нашли. О. Ну, так Полина уже порвала. Ничего, аккуратненько, может быть, лейте. Тоже развалилась, да? Да. Ну, что за буква? Д. Д? Да. Угу. Так, буква Д. Еще будем искать? Наверное, еще надо искать, скорее всего. Да, надо все разломать. О, видишь, нашли. Нашли. Да. Ульяна. Так, только, конечно, не подсказывай. Опять буква развалилась. Это буква М. Ну что, еще ищем или посмотрим, может быть, уже какое-то слово получится, нет? Домино. Нет, видишь. Сколько у нас букв получилось? 4. Где 4? По-моему, уже 5. Уже 5. Сейчас посмотрим еще одну. Nice.
Нету. И тут нету, да? А тут тоже нету. Угу. Все? Значит, все? Только 5 букв? Давай. Ну, давай, давай, ждем тебя. Так, поехали. Давайте слаживать буквочки. Какие у нас буквы есть у нас? Это похоже... Да, это Д. Это Д. Ну, о, я знаю. Ну. Домик. Домик? Кукольный домик. Кукольный домик? Ну, пошли искать домик. О, ты что-то нашла. Коробочку нашла. Мне показалось далеко, что это какой-то... Ну, пошли смотреть, что за коробочка. Что-то там шатается. Что-то в ней шатается? Конфета. Конфета? Ее надо развернуть. Ну, давай, разворачивай, смотрите. Ну, конфета вечная. Чего себе? Ключик! Ты смотри, в конфете ключик был. О, попробуй. Хорошо, еще Ульяна что-то его не съела. Ну, ключик небольшой, конечно, но я думаю, она почувствовала бы на зубах. От конфеты, наверное, стало, что это не получается. О! Получилось? Есть. Так. Получается я снять? Я дала квест или что, или еще продолжение. Непонятно. Ну, больше заданий не видно. Наверное, это было последнее. Мы открыли эту коробку. Осталось ее что сделать? Распаковать, да? Можешь и ножницы взять. Можешь ножик, что хочешь. Вот, Ульяна, вот здесь. Вот ножницы есть. Можешь просто рвать. Ух ты, какая тяжелая упаковка. Сложная. Может, Ульяне помочь надо? Это... Даник, поможет Ульяне? Надо? Ульяна распаковывает какую-то коробку. Распаковывает, распаковывает. Это сейчас оторвется. Вот, Ульяна просит не помогать. Так ты попробуй ножницы. Так, а здесь, похоже, уже шов есть, да? Можно вот здесь вот, наверное, уже ее раскрыть. Надо все до конца распаковать пока что. Ой, я что-то вижу голубой. Может, это упаковка голубая? Вот тут вот дырочки. Дырочки? Да. А, ну да, что-то... Да, только это мех голубой. Мех голубой? Там что, кролик? Не знаю. Там что, клёпа голубой? Нет, клёпа голубой. Может, это другой клёпа, который голубой. А почему именно клёпа? Ну, кролик. Ульянка, так может быть можно открыть коробку? Попробуй ножницами. Так, и потом попробуй раскрыть сейчас. Тихо. Подарок не испортить. Закаешь и возьми, потяни. Тянется? О, открывается. Что это? Ой. Ух ты, что это? Точно, что ли, какой-то заяц? Нет.
коробке. Это что? Ничего себе, малыш! А, это для Ульяны был малыш такой. Представляешь? Ульяна, а почему он спит? Мы нашли, молодец, поздравляем Ульяну, она нашла подарок. Отгадала квест.